За морем синичка непышно жила, пивоваривала. Победительница всевозможных краевых и международных фестивалей, одна из ведущих вокалисток ансамбля «Соловейка» Кристина Кутовая. Пришла в коллектив 12 лет назад на отделение «Музыкальный фольклор» в класс преподавателя высшей категории, заслуженного работника культуры Кубани Ирины Базаль. Благодаря своим талантам, терпению и трудолюбию, несколько дней назад стала обладательницей Всероссийской премии талантливой молодежи. Когда Ирина Эдуардовна сказала мне про мою награду, я, конечно, очень обрадовалась и была на седьмом небе от счастья. Где-то награда Российской Федерации, я не ожидала такого. В ее сольном репертуаре звучат русские, украинские и кубанские песни. Свои выступления Кристина всегда украшает активной танцевальной ритмикой. Говорит, что главная задача для нее не просто спеть, а обыграть сюжет песни. Также признается, что своей успешной вокальной карьерой обязана ансамблю «Соловейка», в котором нашла не только свое призвание, но и настоящих друзей. Почти каждый день у меня занятия в музыкальной школе. Мы занимаемся с Ириной Эдуардовной здесь и пением, и танцами, и разговариваем тут с друзьями, находим новых друзей, общаемся. В «Соловейку» можно получить любую поддержку от друга. «Соловейка» — это практически вторая семья, не практически, а вторая наша семья. И все здесь любят друг друга, все поддерживают друг друга. Сейчас Кристина помогает педагогу заниматься с младшим составом ансамбля. Кроме этого, готовится к новому конкурсу «Кубанский казачок», который совсем скоро пройдет в Краснодаре. Но самая заветная мечта – стать студенткой Краснодарского института культуры и пополнить ряды исполнителей кубанского казачьего хора. Впрочем, для этого у анапской вокалистки есть все шансы.